Здравия желаю. Уважаемые зрители, значит, вчера я хотел попробовать на 220, но в итоге колесо, вот оно, покажу. Колесо, видите, все-таки не соскакивает с оси, а прокручивается. То есть, ну сейчас могу включить, увидите. То есть без сварки тут не обойтись. Вот включаю. Через реле 1 к 3. 0,1 секунды. 3. И вот так. Видите? Видите? Прокручивается вал внутри колеса. Колесо-то не соскакивает. А сила такая, что прокручивает. То есть вал двигателя прокручивается, и колесо не крутится медленно. То есть получается без сварки тут не обойтись. Ну, значит, будем пока применять, пока сварки нет. Вот этот завтра будем ставить. Показывал на 1/10 секунды, и на 3 он работает. То есть, что в нем, что надо, чтобы запустить на самозапит. Аккумуляторы. Вот тут говорят, что там дурак ты, что-то там гонишь. Вот и аккумуляторы старые. Надо аккумуляторы. Вот. Аккумуляторы. И все будет работать. Тут дело-то в чем? Сейчас я покажу, нарисую. Что у меня вышло вот эти 2 года. Никто... Мало кто что понимает. Но, как говорится, это... Советы дают... Что там... Закон сохранения не соблюденный, там всякую ерунду пишут, короче. Я было открыл эти самые комментарии. Сейчас опять закрыл на одобрение. То есть, если кто пишет нормально, я посмотрю, если без матов и без руганий, то ставлю. А если с матами, с оскорблениями, с руганью, удаляю. Для чего? Тут же и дети ходят. Для чего вот это пишете? Ну ладно, об этом не будем. Сейчас, значит, покажу по этой системе. Вот эта система, смотрите, как что было дело, чтобы вы поняли. Значит, первоначально я что сделал? Это 2 года назад. Значит, мотор поставил, чистый ротовертер. Вот. И генератор. Просто. Маховик был ротор мотора, и здесь ротор генератора. Значит, запитал 220, 230 даже в сети. 230. Мотор 225 ватт. Так, генератор. Значит, 585. Подключал, значит, 8 лампочек. Это у меня есть ролик. Кто хочет посмотреть, поищите там. Вот. 8 на выход. 8 лампочек. Лампочек. Что у меня выходило? В то время, значит, выходило у меня то, что на выходе у меня было где-то 780 ватт. Ну там я в ролике обозначил, точно замерял. Каждая лампочка 100 ватт. Вот. И на этом счетчике я проверял, они даже дают 110. То есть где-то около 800 ватт выходило.
780 вот так. А тут 225, видите? То есть эти 780 можно было вернуть, если поставить здесь АКБ, которого у меня нету. АКБ. Даже можно на 780 заряжать, штуки 3 поставить вот так. 3 АКБ. Здоровых. Хватит току. И возвращать. Но так как здесь, видите, все замкнуто вместе, то есть получается приближение одно, то получалось, что со счетчика сматывается вот так вот. 225 и плюс 780. Видите, что в итоге получалось. В итоге получалось 225 плюс 780 тысяча, то есть киловатт, 1 киловатт со счетчика скручивал. А вернуть я мог только 780, так как вот это была совмещена. Вот это была проблема. То есть получалось тут, значит, вот такая экономия. Тут просто получалась экономия. Система для на экономии. Видите как? 780 делим на 225 и умножаем на 100. То есть КПД 346. Но получалось, что, видите, 225 ватт вот этих все равно тратилось. То есть экономилось 3 четверти, 75%. Экономия 75% была. И вот такая была проблема. Вроде бы как уже в тупик, да? Ну а дальше что? А тогда я понял, вот что я сделал, что надо токи разделить. Вот мотор, вот генератор. Вот генератор. И тогда я поставил реле. И разделить так, чтобы незаметно было падение напряжения. Значит, я поставил реле. Такое вот на 0,1 и на 0,3. Ролики есть на эту тему тоже. И тоже в сети. И у меня получалось, что выход здесь у меня получался. Вот здесь 225. И вот здесь даже меньше получалось, так как кратковременно где-то. Ну, в общем, получалось тут, где-то на ролике ставил, 800 где-то 50, а затрачивал 400, то есть 200 примерно, 200-220% КПД. На этом ролике есть. То есть это, то есть получилось, что я ток разделяю. То, что КПД, то, что, значит, больше выходит, это понятно. Это везде больше выходит. Не только вот в этой системе. Во многих системах больше выходит. Но так как все вместе, вот, ток это как бы огонь. Нагрев вот идет. И вот он вместе, видите, весь вместе. И поэтому пришлось разделять. Но при разделении что получается? При разделении получается напряжение немного падает, когда идет отключение. Это я показывал там на 20-30 вольт. Но в сумме все равно получается. То есть
Такая система годится только для зарядки. Для зарядки. АКБ. А потом пользоваться. Эта система, ну вот она. Эта система работает. Значит, чтобы самозапис сделать, я, как я говорил, нужно 2 АКБ только. То есть эта система работает. Результат есть. Это второй вариант. То есть здесь поставить 2 КБ мощных и мощный инвертор. И потом будет, значит, работать одна батарея. Вот. А здесь заряжаться будет. Оставлять 400, а 400 отдавать на потребителя. Вот и все. То есть надо 2 мощных КБ на эту систему. И это уже рабочее. И третий вариант, тогда я еще подумал. Пока нет АКБ. Так. Третий вариант вот такой. То же самое, но с маховиком. Мотор. Генератор. И тут маховик. И вот эту систему я еще не доделал, так как показал вам то, что на сварку. То есть надо нанимать сварщика. Вот это колесо, для чего это, также и реле, для чего это колесо? Колесо дает то, что... Также поставить 0.1.0.3. Колесо дает то, что напряжение... стабильное становится, понимаете? Напряжение стабильное, то есть можно сразу пользоваться. Если в той схеме надо его сначала, значит, зарядить в батарейке, а здесь можно сходу пользоваться. Вот здесь надо сварку, это лучшая система, но ее не доделал еще, в смысле как? То что Проблемы типа чисто технические. Вот о чем эти ролики. А мне голову дурят, что не то там, не это. Все то. И все это. Еще был вариант. Вариант вот такой еще был. Что АКБ, когда их спариваешь, спариваешь два в паре, вот так вот, ну вот так вот, и вот зарядка, вот два в паре, то здесь стоит выпрямитель, и получается, что один заряжаешь АКБ, выпрямитель подает, допустим, 50 ватт примерно, да? Подаешь эти 50 ватт, и он один заряжается. Потом это колесо пробовал, колесо крутится там какое-то время. А как это когда один? А когда два, те же 50 ватт подаешь, но колесо крутится в два раза больше. И тоже тут эти, значит, орали, дурак, там что-то, всякую ерунду. Это что, нормальные люди? Блядь. Или сами тронутой головой, не пойму. Это на самом деле все, это опыты проводились. Значит, вот этот вариант даже еще лучше, с одной стороны. Тоже надо АКБ. Его надо еще довести до ума. Это вот уже четвертый вариант, что работает. То есть за 2 года, как говорится, время даром не терял. Но услышал только что маты,
и ругань в ответ. Вот это таки, такой народ благодарный. Дальше. Я понял, что ток возвращается. Если сети подавать небольшую силу его, и он возвращается. Значит, если соотношение, допустим, 0,2, как у меня было, секунды работает, а потом 2 секунды не работает. Небольшой ток до 17 ватт. До 17 ватт. Он возвращается. И счетчик стоит. То же самое будет и на этих, на АКБ. Вот этот вариант. Это я запускал, вот как вот. Двигатель вечный, тоже никто, тоже это. Кроме матов ничего. Кроме матов, перематов, ругани ничего. Но я вот что скажу. Все это работает, все, что я делаю. Вот. Если кто-то нормальный, делайте тоже. Я знаю, что за это никаких денег никто не даст. Это дураку понятно. Им это невыгодно. Мне деньги не нужны. Моя цель – сделать энергию бесплатной для народа. Потому что я старый уже. И пусть я это самое помру, но то, что я делал, не пропадет. То есть, все готово, все можете делать, то, что я показал. Вот. Не то, что нашел. Ну, а если кому делать нечего, материться и ругать, что это не то, это не все, ну, я закрыл комментарии. Мне просто нету времени с вами спорить, если вы не знаете азов, если вы ничего руками... Как говорится, руками ничего не пробовали, ничего не брали. Но сразу заявляете, я в учебнике прочитал, что закон сохранения там то. А ты попробуй, проверь. Нас дурачат уже сотни лет. Но никто ничего не пробует, не проверяет. Вот я взялся проверять и нашел вот сколько. Также другие ищут, находят. Тоже там же такие же маты идут. Вам ничего не надо, получается. Вам нравится платить Рокфеллеру по счетчику? Ротшильду Рокфеллеру. Ну платите, ради бога. А кто нормальный, делайте. Вот что я хотел сказать.